Петр Чернышов на лечении Анастасии Заворотнюк заработал 100 миллионов. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, которое ей диагностировали в прошлом году. На лечение нужны немалые деньги, поэтому Петр Чернышов работает, не покладая рук. Ранее сообщалось, что фигурист не мог похвастаться баснословными заработками. И часть денег даже занял на то, чтобы оплатить лечение любимой жены. Но недавно журналисты проанализировали доходы Петра Чернышова и удивились заработку. Например, в 2019 году ледовая школа спортсмена в Петербурге принесла прибыль в 45 миллионов рублей, хотя 7 лет подряд организация показывала либо убытки, либо выходила в ноль. А в 2018 и вовсе ушла в минус на 48 миллионов рублей. По итогам прошлого года учебное заведение заработало 93 миллиона. СМИ сообщили, что большая часть этих денег пошла на погашение долгов, а также на лечение звезды сериала «Моя прекрасная няня». Кроме того, Петр продолжает принимать участие в проектах и выходит на лед в шоу Татьяны Навки, получая 300 тысяч рублей за выступление. Помогла и сама фигуристка. Все сборы с одного показа жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова передала на лечение Заворотнюк. Окружающие говорят о том, что Петр Чернышов делает все возможное, чтобы поскорее поставить на ноги любимую жену. Кроме того, ему нужно следить и за семьей, дочкой Милой, а также детьми Анастасии от предыдущих отношений и содержать дом.